в кафе «Арго» в населенном пункте Гремячинск, перекусили. Владелец нас послал посетить вот смотровую площадку с видом на Байкал. Единственное, все в дымке, но вид чумачечий. Поднялись. Как вам вид, Владимир Юрьевич? Чумачечий. Да? Да. Красота? Александр Батькович, вы что скажете? Погромче, пожалуйста, а то в предыдущий раз жаловались телезрители. Меня смущает погода. Погода. Меня всегда смущает погода. Да, как ни крути, а нам как раз в ту сторону и ехать. Гремит. Вот. Здесь какой-то раз то ли добыча камня было, или еще что-то. Ну, какой-то карьер тут. Тоже место. Дорожка несложная. Место красивое. Да. Байкал прекрасен. Священный Байкал.